ピータワーウェルカム東京タワーお待ちしてます。Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Меня очень часто спрашивают, сколько брать с собой денег в Японию, нужно ли вообще менять рубли на иены и какую лучше сделать банковскую карту. Сегодня мы с вами немного прогуляемся по Токио, и я отвечу на все ваши вопросы, пока мы будем смотреть достопримечательности. Первая наша сегодняшняя цель – это Токийская телебашня. Вот она за мной. Пойдем. Токийская телебашня находится рядом со станцией Акабанебаши, или же Даймон, которые расположены в районе Минато в Токио. Так как она возвышается над всеми другими зданиями, то найти ее не составит проблем. А от того же самого Рапонги до нее можно просто прогуляться пешком. Друзья, я советую вам использовать карту любого банка, но с платежной системой JCB. Далее по ходу видео я расскажу вам, почему именно ее. Друзья, я не просто так советую вам брать себе банковскую карту с платежной системой JCB. Так как JCB это японская система, то логично, что при посещении Японии во многих местах у вас будут скидки, либо какие-то льготы. Вот мы сейчас поднимаемся на Токийскую телебашню. Взяли себе билеты на основную площадку. Билет стоит 1200 йен. Но если у вас есть любая карта с платежной системой JCB, вот как у меня, то вам будет 30% скидка. То есть билет выйдет не в 1200 йен, а всего 840, что очень удобно и выгодно. Кстати, друзья, хотел бы отметить, так как JCB это именно международная система, то скидки есть не только в России и Японии, но и в США, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Прямо перед входом на Токийскую телебашню внизу есть такая инсталляция того, как выглядел Токио в 1958 году, 33-й год эпохи Сёва. Как раз именно в этот год была построена Токийская телебашня, то есть можно посмотреть, что город такой старинный, небольшие двухэтажные либо одноэтажные домики, и была возвышена огромная Токийская телебашня. Очень интересно. Давайте немного окунемся в историю. В 50-х годах прошлого столетия Япония находилась в состоянии японского экономического чуда, и Японии было необходимо строение, которое символизировало бы невероятный экономический рост страны. В то же время многие вещательные корпорации нуждались в строительстве вышек для передачи телевизионного сигнала. Вместо того, чтобы застраивать ими весь город, было решено построить одну, но очень мощную башню, которая покрывала бы весь регион и соответствовала нуждам компании. Ей стала телевизионная башня Токио. За основу была взята Эйфелева башня, построенная в Париже в 1889 году, но саму конструкцию сильно переработали, чтобы она выдерживала мощнейшие землетрясения и тайфуны со скоростью ветра более 220 км в час. В июне 1957 года началось строительство, а уже 23 декабря 1958 года состоялось официальное открытие башни. В 2011 году Япония перешла на цифровое вещание, и высоты башни стало не хватать. Ее функции на себя переняла Tokyo Sky 3, но для радиостанции до сих пор используется Токийская телебашня. У нее есть две обзорных площадки, главная на высоте 150 метров и дополнительная на 250 метров. Как раз основную сегодня мы и посетим. Под башней, кстати, расположено четырехэтажное здание, где находятся различные музеи, рестораны и многое другое. Там даже есть выставка и ресторан One Piece, но мы их посетим в следующий раз в отдельном видео. Друзья, за мной вы можете видеть маскот персонажа Токийской телебашни. Розовенький. Очень милый, правда? Happy Tower! Welcome to Tokyo Tower!
お待ちしてます。На токийской телебашне можно приобрести себе монетку за 500, за 600 йен, либо даже брелок. И после того, как вы ее себе приобретете, вот на таком аппарате можно выбить на ней дату, например, либо еще какую-то информацию. Вот как здесь в видео показано, выбить какую-то информацию стоит 50 йен. И у вас останется ваш личный сувенир, который вы здесь приобрели, оригинальный, необычный. Главная площадка токийской телебашни находится на высоте 150 метров. Она прям по кругу, на 360 градусов. Вы можете рассмотреть весь город. В целом видно весь Токио. А если хорошая погода, солнышко, ясное небо, то можно вдалеке даже увидеть гору Фудзи. Прямо на токийской телебашне есть свое божество, которое защищает башню. Для него даже вот оборудовано специальное такое молельное место. Можно бросить сюда 5 йен, помолиться этому божеству, чтобы было все хорошо. А вот прямо рядом есть такое место, где можно повесить дощечку под названием Эма. Стоит она, как здесь написано, 730 йен. Она есть в форме самой токийской телебашни и в форме сердечка. И можно написать какое-то пожелание. Например, чтобы все родственники были здоровые, чтобы поступить в университет, найти любовь и так далее. Кто что хочет, может написать. Точно такая же система и в любом японском храме. Просто здесь на высоте 150 метров. Кстати, хочу рассказать вам один очень интересный момент. Я думаю, каждый из вас знает, что в 2011 году в марте в Японии было сильнейшее землетрясение. И во время этого землетрясения на токийской телебашне самая верхушка немного погнулась. Вот так вот она. И даже теперь сувениры с погнутой верхушкой, вы можете сами посмотреть, у магнитика сверху нагнулась верхушка. То есть такое вот даже внимание к мелочам. Главная площадка токийской телебашни на высоте 150 метров разбита на два этажа. На один этаж вы приезжаете, а если спуститься ниже на один этаж, то вы попадете вот в такое место, где есть стекло на полу, через которое можно посмотреть прям вниз на землю, на то, что находится внизу с высоты 150 метров. Многие прям боятся сюда становиться. Давайте попробуем посмотреть. Ну, не скажу, что страшно, но есть, конечно, такое ощущение, конечно, такое немного неудобное, потому что я сам по себе высоты боюсь. Но очень прикольно. На обзорной площадке также есть кафе, где вы можете передохнуть, выпить кофе и немного перекусить. Сейчас куплю кофе, потому что очень пить хочется, на улице жарко. Вот такой кофе мокко. По 400 йен стоит. Один мне, один Микки. Карту с японской системой GCB принимают в Японии везде, оно и логично, все-таки это японская система. Но в недавнем своем видео на канале, где я говорил о 10 советах для тех, кто собирается поехать в Японию, я сказал, что в Японии, к сожалению, не везде принимают карты. Есть места, где можно оплатить только наличными. И в этой ситуации вам понадобится снять деньги. Поэтому с картой GCB вы можете подойти вот к таким аппаратам, называется ATM, либо это 7-Eleven ATM, либо в сам комбини пойти 7-Eleven.
7-Eleven, да вообще практически везде на ту же самую почту. Я без проблем снял со своей банковской карты 20 тысяч йен. На карте рубли, но снимаю я в йенах. И наличные нам сегодня пригодились, потому что в том же самом ресторане, где мы кушали рамен, принимали только наличные деньги. Карты нельзя было заплатить, потому что там стоял автомат, в который нужно было вставлять либо купюры, либо монеты. Это та самая раменная, в которую мы решили пойти. Находится на втором этаже здания под Токийской башней. При входе стоит автомат, в который нужно вставить купюру либо монеты, а затем нажать на необходимое вам блюдо. Даже если вы не знаете японского, то можно выбрать просто по картинке и не нужно ни с кем общаться. Отдаете талончик работнику и дальше просто садитесь за столик. Для таких мест как раз и нужны наличные. Если вы проголодались, прямо в том же самом здании, где находится Tokyo Tower, есть фудкорт, где можно покушать, много различных ресторанов, также есть раменная, в которую мы с Микки и пришли. Я заказал себе шоу-рамен – это рамен с соевым соусом. Также принесли различные китайские овощи маринованные, называется по-японски засай, то есть их можно по желанию добавлять. Также есть различные острые соусы, уксус и прочее. Стоит такой рамен 780 йен. В рейтинге, если в интернете посмотреть, у него была довольно высокая оценка у этого ресторана. Попробуем рамен. Ложка вот такая, называется ренге по-японски. Очень вкусно, напоминает домашний рамен, он легкий по-японски, называется асарикей, то есть легкий рамен, поэтому если вы не хотите там сильно потолстеть или не любите слишком жирную пищу, то вот такой рамен вам подойдет, очень вкусно. Попробуем еще суп. Очень вкусно, я думаю, вам понравится. После Токийской телебашни мы зашли в расположенный рядом парк Шиба. Само по себе очень красивое место среди каменных джунглей, а также отсюда открывается интересный вид на башню. Старинный храм и на его фоне Токийская телебашня как раз олицетворяют Японию, где культура и история переплетены с новыми технологиями и высотками. В парке также находятся тысячи статуй Джизо в виде маленьких детей в шапочке и слюнявчике. Это отображение божества Оджизу-сама, он же Кшитигарбха, божество, которое защищает души умерших детей. В руках у них вертушки, которые крутятся на ветру. Данное место – это дань буддийским традициям. Ну что ж, мы посмотрели Токийскую телебашню, погуляли в парке рядом с ней, и теперь нужно немного отдохнуть. Сейчас вместе с Микки поедем в Изакаю. Изакая – это японская пивнушка. Кстати, вечером путь до станции Даймон очень красивый. Обязательно прогуляйтесь. От Токийской телебашни мы дошли до станции Даймон и потом на метро доехали до Осакусы. Осакуса – это такое прям совсем уж туристическое место, здесь много всего есть интересного. Я пару раз рассказывал на канале, но сейчас мы пойдем вон туда. Написано «Ватами», большие иероглифы на белом фоне. Это японская пивнушка Изакая, сейчас мы туда сходим и немного отдохнем. Я уже вам покажу, что находится внутри, ну и вообще расскажу про это место. Пойдем. Осакуса – это очень красивое туристическое место, где расположен храм Сэнсу-джи, а также одна из старейших торговых улочек. Ждите в последующем обновленное подробное видео из Осакусы.
Ватами – это известная в Японии сеть идзакай, японских пивнушек, существующая уже более 30 лет. Идзакая – это такое место, куда японцы приходят выпить, поесть различные закуски и весело провести время. Данные заведения отличаются от ресторанов. Сюда приходят как японские служащие, так и простые студенты. Блюдо можно заказать прямо с планшета, в котором также доступен английский язык. Если вы планируете много пить, то можете заказать себе номихудай. Это услуга «пей сколько хочешь» в течение определенного времени. Тут, например, 2 часа за 1500 йен. Цены на блюда доступные, выбор большой, поэтому каждый сможет найти что-то для себя. Если будете в Японии, то обязательно сходите в японскую идзакаю. А если у вас есть карта JCB, то в идзакае Ватами вы получите 10% скидку. Вот так и прошел наш с Микки день. Мы съели еще по десерту и отправились домой. В общем, друзья, если планируете посетить Японию, то советую вам сделать себе карту с платежной системой JCB. Ну, во-первых, это японская платежная система, поэтому у вас никогда не возникнет проблемы в том, что вы не сможете где-то что-то заплатить. Эту карту принимают в Японии везде. Также вы благодаря ей получите множество скидок. Рубли заранее можете не менять. Если вам они понадобятся, то прямо возьмете и здесь в Японии снимете с вашей же рублевой карты. Если не понадобится, то платите картой. Проблем с этим никаких не будет. Подробнее о платежной системе JCB вы можете узнать по ссылочке в описании. Друзья, я также хотел бы вам рассказать пару небольших секретов. Если у вас есть любая карта JCB, то вы можете пройти в VIP-зал в аэропорту Домодедово в Москве, когда будете лететь в Японию, а именно из этого аэропорта вылетают самолеты компании JAL. А еще, если вы планируете свой вылет в Токио до 31 марта 2020 года, то при оплате картой JCB вы еще сможете получить купон на бесплатный Wi-Fi на борту авиакомпании JAL. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что было интересно и вы узнали много полезного. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии и до встречи в следующих видео. До свидания.